Сквер вместо пустыря. Новое общественное пространство появится в Засвияжском районе уже в следующем году. С предложением выступили жители дома номер 21 по улице Рябикова. Большой земельный участок перед домом находится в городской собственности. Под землей проложены коммуникации, поэтому строить многоквартирный дом или другой объект нельзя. Был у нас здесь, для ребятишек был сделан загорожен такой участок с бортиками. Зимой мы заливали водой, и они играли хорошо вот, в хоккей. Вот. Ну и залеп вот убрали. Местный актив написал проект и обратился напрямую к главе региона с просьбой помочь в реализации. Мы вышли к губернатору с инициативой, чтобы сделать для жителей нашего района, который проходит и часто очень пользуется дорогой нашим двором, к промышленному рынку и МФЦ, особенно летом, с детишками, пожилые люди, чтобы сделать для них сквер с лавочками, с игровым городом для детишек, чтобы они могли передохнуть и идти дальше по домам. В сквере смогут отдохнуть как взрослые, так и дети. Предусмотрены спортивная и детская площадки, кольцевая велодорожка. Площадку осветят, поставят лавочки, урны и малые архитектурные формы. Они его решили назвать сквер губернаторский, потому что здесь Сергей Иванович был неоднократно. Значит, ему жители презентовали вот этот проект сквера на перспективу. Здесь такая зона будет активного отдыха. В перспективе очень хотят жители, чтобы было место для выгула собак. На площадке уже провели большой субботник, к которому подключились депутаты и глава района. Собрали порядка 90 кубометров мусора, веток и листвы. Демонтировали старые автопокрышки. Сотрудники управления гражданской защиты помогли спилить деревья и вывести мусор. Работы по строительству сквера начнутся уже весной. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.